Народ, всем привет! Это Мариуполь. Мы с вами продолжаем посещать самые разные жилые комплексы и ходить к людям на новоселье. Ну, точнее, не на новоселье, просто пока такие гости небольшие у нас с вами. В гости мы ходим. Мы были на Черемушках, мы были много раз на Невском. А вот в этом жилом комплексе по улице Кафайская, 37, в декабре они достраивались. Я помню, там еще был какой-то мусор внутри вот этого микрорайончика. Извините, а вы же здесь живете? Нет. А здесь уже начали людям давать квартиры? Начали заселяться. А, спасибо большое. А то просто интересно посмотреть, он недавно сдался, этот комплекс. Да, спросить его хозяюшку. А вы прям только-только заезжаете? Да, не заезжаю, только заносим. А кошку первый раз вы привезли, чтобы она вошла? Да. Серьезно? Да. Ой, прям можно посмотреть, как она... Это она первый раз в этой квартире? Да, да, да. Моя девочка, еще на фотографию попала. Представляете, она прям это... обнюхает все. Конечно, конечно. Кошка, ну как тебе там? Ну а так можно чуть-чуть прям одним глазком посмотреть? Конечно, да. То есть это вот ремонт, который от застройщика, да? Да, да, да. Это сделали. А это уже что-то маленькое. Мелкая ж моя хор. А вот эти вот люстры были уже? Были, да. Были. Окна? Да, все это было уже, все как-то нужно. А вам эту компенсацию 100 тысяч не давали? Да, я получила. А, давали уже? Да, я получила. Это что уже? Это как зал здесь такой у вас? Да. Такой зал у нас. Тоже вот. Раз, много раз ездил. А скажите, вот в некоторых ЖК уже гарнитур ставят? Ну... Не поставили. Здесь во всех квартирах так? Наверное. Я не знаю, но в этой так. В этой так. Интересно. Здесь санузел. Санузел, да. И вот такой. Так, здесь плитка, потому что на Невском имитация плитки. Там пластик, а здесь у вас настоящая. Ну как кошка-то обжилась? Кошка? А, вы ее там закрыли, да? Ну спасибо большое, хоть просто посмотреть, что, как они выглядят, эти квартиры. А соседей пока еще мало, никого здесь нету. Потихонечку переезжает. А скажите, вам выбор давали между какими ЖК выбирать? Вот Невский, здесь? А я здесь жила. А, вы на этом районе и жили? Да, у меня он дом снесли полностью. Ага. И мне его тут дали. И дали. А я даже рада. Долго вы ждали в очереди? Полгода. Полгода? В подвале были вы? Или не сидели в подвале? Не сидели. Еще как сидели. А ваш дом снесли? Снесли, девятиэтажка стояла вдоль дороги. Угу. Снесли, в подвалах сидел, ну, скажу, упала, теперь инвалид. Оформляли для инвалидности? Как какой? Понятно. Кошку не... заперли? Закрыла, да, чтобы не вылетела. А это вот двери такие стальные здесь? А я даже не знаю, еще не щупала. Ну да, металлические. Вы, получается, прям буквально совсем недавно получили, да? Ну вот... Месяц назад. Месяц назад. Ну да, неделю где там, я ушла. Так, куда вы его ставишь? Да, куда его ставишь? Я даже не знаю. Может, тебе не нужна? Да, помню. Да. Вам тоже какие-то разбивки ставят. Помочь вам что-нибудь? Да, не, спасибо. Thank you.
Ну ладно, спасибо большое, что показали все. Спасибо, интересно очень. Желаем вам обустроиться. А я сам, ну как, живу в Краснодаре сейчас. А так долго в Москве жил, Тула. Вот, а езжу... Я муж из Краснодара был. Да? Бывший? Один. А, соболезную. Ну ладно, желаю обустроиться, чтобы все нормально было. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Здрасте. А вы здесь живете тоже, да? Да. А мне сейчас вот женщина показала квартиру. Первый этаж, да? У вас тоже первый? Нет, у нас второй. Мы только перевезли все. Ждем печки же. Печь нет. Мы не обустраивались. А у вас в каждой квартире одинаковая отделка? Везде так вот? Так? Одинаковая. У вас двухкомнатная квартира? Нет, у женщины... Нет, я-то вообще не местная, а как ну бы мне интересно, да. Как. Ага. А двухкомнатная? В общем, в принципе, здесь все одинаково. Двухкомнатные все как да? Братья. Вы долго ждали квартиру? Ой, ну как мы долго ждали? Наш дом снесли, у нас полностью дом снесли.